Ну, переход, как бы, может, то, что мы стали Российской Федерацией. Ну, это как бы неожиданно просто произошло так. Не знаю, я не могу сказать, хорошо от этого, плохо, ну, не знаю. Не мне судить, как бы. Я ничего об этом не хочу и не буду говорить. Присоединение к России. Плакала от радости. 2 недели плакала. Смотрела новости, постоянно была здесь, на этот момент. И радовалась. И до сих пор радуюсь. Ну, то, что продукты подорожали, молочное, вот это слово. А так, я думаю, может, когда-нибудь стабилизируется. Это переход Крыма в состав Российской Федерации, конечно, который повлек за собой очень много изменений в социальной сфере, в законодательстве. Я думаю, наверное, этот вопрос будет отвечен всеми одинаково. Это изменение юридического поля. Да и вообще все поменялось. Параллельно было много других, не менее значимых событий. Опять же, на фоне того, что творится на Украине, в Украине, на Донбассе, тяжело выделить кровь всех вот этих событий, которые происходят там. Это кровотечащие раны, напоминают люди. События, оно еще и продолжается, присоединение Крыма к России. И для себя ничего хорошего пока не нет. Сами вспоминающие вернулись в Россию.